Здесь наша церковь. Пойдем. Младенец Мария, ой, ты наша умница. Аминь, Господи, жизнь вечная. Честнее крови Господа Бог спас, причается младенец Илиане, жизнь вечная, ой, возьми, умница. Честнее крови Господа Бог спас, причается младенец Мария, жизнь вечная. Аминь, мои какие всякослужные. Честная кровь Господа Бог спас нашего Христа, причается Раба Божия Анна, тело и крови, жизнь вечная. Аминь. Одянечки запишем. Тело и кровь Господа, причается Раба Божия Александра. Освети воду сию, дылба человека любча царю, приди и ныне наитием святаго твоего духа, и освети воду сию. Дылба человека любча царю, приди и ныне наитием святаго твоего духа, и освети воду сию. О его рдание, трещающийся тебе, Господи, троическое явися поклонение, родителя, Бога свидетельствовавши тебе, возлюбленного тебя сына именуя, и дух, видя голубине, извествовавши слове се утверждение, явлейся, Христе Божий, мир просвещай, слава тебе, твой вордание, крещающийся тебе, Господи, троическое явися поклонение, родителя Бога, свидетельствовавши тебе, возле извествовавши слове се утверждение. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющий. Сию ти молитву, яко владыце, грешни приносим, помилуй нас.
Христя Боговаху, не прогневайся на низилу, ниже помяни беззаконий наших, но презри ныне, яко благоутробе, и избави мы от враг наших, Ты бо еси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя, да не погибнет.